Как размножается репа? Репа – полезный корнеплод, выращиваемый на огородном участке. В народе репу называют вторым хлебом. Высаживать репу на своем участке – само удовольствие. Ряд преимуществ при посадке репы на участке. Быстро созревает, дает обильный урожай. Каждый отдельный корнеплод увесист. Содержит много полезных веществ – углеводы, витамин С, каротин, белки, активные вещества. Долго хранится. Можно употреблять в свежем виде или в блюдах. Как размножается репа? Репа относится к холодоустойчивым растениям, всходит при 0 градусов, также может перенести кратковременные заморозки с минусовой температурой. Размножается репа семенным способом. Семена у этого корнеплода маленькие, поэтому подходит линейный способ высадки семян. Также стоит учитывать следующие параметры при посадке репы в открытый грунт. Кислотность почвы, почвенный состав, удобрения для земли, сроки посадки, предшественники на участке, дальнейший уход за репой. Размножается репа успешно на участках, полностью подготовленных по озвученным параметрам. Участок перед посадкой репы обрабатывают еще с осени. Необходимо очистить его от сорняков, прогреть почву, чтобы удалить возможные паразиты. Осенью же вносятся органические удобрения до 3 кг на грядку, а также калийные 15 г на грядку, азотные и фосфатные подкормки по 10 грамм каждого. Кислотность почвы не играет значительной роли, хотя почву можно приближать к максимально нейтральному состоянию. Например, если почва сильно закислена, ее обрабатывают известью. В кислотной среде размножается репа немножко хуже и начинает болеть. Она подвергается различным бактериальным и вирусным заболеваниям, а корнеплоды, которые все же достигнут зрелости, быстро портятся. Хорошими предшественниками на участке для репы будут томаты, картофель, бобы, огурцы. Плохими предшественниками на участке для репы остаются редька, та же репа, редис, дайкон, крест-салат, капуста и хрен. Сроки посадки и необходимые условия для размножения репы. Выращивание репы проводится в начале мая. Корнеплод отлично приживается семенами. Также можно высадить репу и на зиму, в теплицу или в домашних условиях, но почвенная смесь должна быть питательной. Поздний срок посадки репы – конец июня или же начало июля. Семена репы отлично прорастают при условии, что температура почвы будет поддерживаться в пределах от минус 2 до плюс 6 градусов. Самые быстрые всходы репа образуются при температуре 18 градусов тепла, менее чем за 3 дня. Уход за репой. Опрыскивать репу после появления первых всходов. Обрабатывать древесной золой и табаком в соотношении 1 к 1. Опрыскивать раствором от вредителей. Регулярно пропалывать участок. Мульчировать почву. Семена углублять на 2 см максимум. На тяжелых почвах рассаживать семена репы на ряды. На легких почвах репа высаживается по ровной поверхности. Рыхлить зону между рядами каждые 2 недели. Прореживать сами всходы. Поливать, давая почвенной смеси просыхать. Вовремя убирать урожай через 6-10 недель с момента посева. Ориентироваться на особенности сорта. Удалять корнеплоды, которые промерзли, так как их нельзя будет сохранить в дальнейшем.